Совещание провел губернатор Краснодарского края. Лидерами по количеству вовлеченных в оборот земель стали Лабинский, Белореченский, Кавказский и другие районы. Геленджик, Армавир, Щербиновский и Темрюкский районы попали в антирейтинг. Вениамин Кондратьев потребовал качественно выстроить систему распоряжения землей, чтобы исключить факты ее нецелевого использования. Участки должны стать площадкой для инвестпроектов, казачьих обществ и социальных объектов. Если земля по категории под индивидуальное жилищное строительство, а там гостиничный комплекс стоит, ну что это, разве нормально? Ненормально. Потому что земля под ИЖС в 20 раз меньше по аренде, чем под гостиничный комплекс. А вы говорите, а у нас ресурсов нету, бюджет пополнять. Кому нужна такая математика? Кому нужно такое хозяйствование? Кому нужно такое управление? Вы мне объясните. Кто-нибудь понес за что-нибудь ответственность? Вот тот зам главы, который отвечает за имущество. Вот хотя бы выговор для начала объявите, а второй раз выехали, перепроверили ту или иную станицу или город, выявили, там он точно работать не должен. Потому что если не платят в бюджет, значит платят в карман. Поэтому сделайте выездные проверки во все муниципальные образования. Во все, еще раз подчеркиваю. Заходите в любую автомойку, автосервис, магазин. И по категории смотрите, что там по факту и что там по жизни. И тогда вы найдете порядок. А если будете сидеть здесь в Краснодаре, никогда вы его не наведете. Работа в ручном режиме должна исключить простое здание. За первые полгода в крае выявили 187 таких помещений.